Друзья, привет! Муж купил очень классную палатку. Мы ее собирали только один раз у нас во дворе. Поэтому сейчас попробуем ее сложить. Но не просто попробуем сложить, а я, как блондинка, попробую сложить палатку, ну, конечно, с помощью любимого мужа. Вот, немного преобразили, завязали хвостик, чтобы нам ничего не мешало. И сейчас попробуем собрать эту красавицу. Итак, сейчас будем ее пробовать собирать самостоятельно. Я, как блондинка, попробую ее собрать. Итак, начинаем. Так, ну мы продолжаем оборудовать наш, как бы, лагерь. Я не знаю, как правильно назвать. Вот жена у меня первый раз, молодец, собрала вот такую вот, я считаю, это сложная уже палатка по установке. Она двухслойная, много вентиляции, два тамбура. Вот, мы сегодня первый раз в ней заночуем, проверим. Видео есть у меня на канале, вот у Кати будет на канале полностью про эту палатку, про все ее особенности. Поэтому заходите, смотрите. Это уже у нашей семьи третья палатка. Одна была, которая еще от меня ехала, да, такая, где она только не была, 7 раз уже эксплуатировалась. Вот, но когда мы эвакуировались с Киева, она там осталась. Вот. Потом есть у нас маленькая для севы. И вот эту мы уже решили всерьез, как бы, отнестись к этому и купить уже хорошую двухслойную, чтобы не промокала, и дышащую палатку. Так что сейчас я туда заброшу матрас, надуем, подготовим полностью место к спальне. Уже посидели, ночной город, наша палатка, любимая там убирает, там наша палатка, вот там свет. Так что будем готовиться ко сну или к сну.
Так что так, будем ждать рассвет. Наш костер. Так, а что там за срань сидит? Мелкая. Да пускай сидит. Все. Не клещ, посмотри. Не. Точно? Где? Вообще он там сидит. Так, Виктор, не видишь. Все, друзья. Мы ложимся. А. Ложимся спать. Что это у меня? Все, будем утром встречать рассвет. Сейчас я будильник тоже сейчас заведу. И все, спать. Да. Спокойной ночи спокойной всем. Спокойной ночи. А я так и не сказала. Распутил, ему нормально распутил. Нормально. Нет, он, блин, камеру уже включил. Доброе утро. Доброе утро. Как я тебя всегда вижу каждый день? Нет, блин. Камеру должен. Палатка наша стоит. Спалось хорошо, не холодно. Хотя на улице прохладно тут, свежо. Окна и тамбуры мы не закрывали, чтобы воздух был. Благодаря этому, конечно, было очень круто. Круто дышалось. Очень хорошо. Ну, за счет спальника, конечно, было тепло. Мы им его расложили, как одеяло, и спали. Иди же, грейся. Жена замерзла, рассвет мы уже встретили, солнышко, он уже поднялось. Мы уже и там посидели, кофеек попили. Вот, полюбовались тут разными рассветами. Тут у нас, в общем, поезда ездят, мы тоже наблюдаем, очень интересно, электрички. Ну, поезда-товарники. И электрички, и пассажирские, там, на Львов, на Киев. Такой конструкции у нас ватра, огонь. Жена, можешь садиться греться. Дым как раз он в ту сторону. После вкусного завтрака отдохнули, еще чуть-чуть поспали, но уже солнышко повернулось, начинает разогревать нашу палатку. Становится уже чуть жарче, мы уже полностью подкрывали наши ходы, чтобы был сквознячок, стало легче. Вот. Но все равно уже надо, наверное, будет вставать и потихоньку собираться. Кто там ходит? Да то я пришла. Красавицы здесь ходят. Ой, лесные, да? Да. О. Ты мавочка лесная. А что, не похоже? Похоже. Спросон. Так что так, тут лес у нас. Захотели. Нет, так тут мы открыли легче. Захотел, смотришь на лесок. Захотел, повернулся, смотришь сюда. Захотел. Так что вот так. Валерий Мироненко и Екатерина Мироненко. Да, и мы кто на моем канале, заходите, у Кати, она свой материал подготовила, я свой. За палатку, кому интересно, тоже будет отдельное видео про характеристики. Мы ее там испытали и на дождь, на ветер, на все. Тоже заходите. Кому интересны походы в Чернобыль, тоже у меня есть на канале, где я там 12 дней прожил, тоже в лесах, в заброшенных домах, в городах, радиация, в общем. Пожары лесные, очень тоже интересный сериал такой получился, документальный. А вот, но у меня пока только канал начинается, поэтому кого интересует, у меня кулинария, транспорт и что у меня там еще? Пока тоже что, наверное, заброшенные ничего. Дома, там заброшенный тоже. Дом, да, тоже разноплановое все. Кому будет интересно, заходите, подписывайтесь на Валеру, на меня.
Вот, но мы пошли, наверное, собираться дальше. Да? А мы уже все, до свидания. Да. Уезжаем. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Дай мне телефон.